Девчонки, всем привет! Как меня слышно, видно? Давайте проверим связь. Отлично, значит, будем начинать. Еще раз напомню, что вчера у нас был просто мега улетный день. Все вы видели, что творилось. Было очень много званий, очень много результатов, очень много открылось звезд. Поэтому предупреждаю сразу. Слайдов где-то под 30. Так что готовьтесь. Как я целый день готовилась, так и вы готовьтесь на часок. Ну, буду стараться поменьше. Итак, мы сегодня с вами собрались, чтобы подвести просто бомбические итоги по 14-му каталогу. И как же мы поработали? Как я и думала, мы с вами перевалили за 1000. И это меня не может радовать. Это просто мега улетный результат. 1005 консультантов на сегодняшнюю ночь было в моей структуре. ОЛГ – это общий личный, наш весь групповой объем – почти 9000, девчонки. Такого никогда еще тоже не было. И посмотрите, какой был прирост. Специально посчитала 1375 баллов прирост по сравнению с прошлым каталогом. Всего лишь за 3 недели. Новичков, посмотрите, 57. Так что прирост, как видите, дали не новички, а дали активные постоянные покупатели, которые захотели включиться в акцию, о которой мы все знаем. Активных консультантов всего лишь 290. Обратите внимательно на вот этот показатель, и активность группы у нас упала. Ну, я думаю, вы сами это видите, потому что если консультантов больше 1300 человек, это меньше, чем 30%. Но, с другой стороны, это показатель для тех, кто говорит, что это нереально. Девчонки, 290 человек сделали оборот почти 9000 баллов. Вы представляете? Значит, 3000 баллов сколько может сделать? Может сделать 100 человек. И это реально. Просто зависит от того, как вы подходите к этой работе, я бы даже сказала, потому что это не хобби, не увлечение. И зависит от того, как вы это все преподносите. Если мы в каталоге 14 бомбили вовсю про пылесос, так вы увидите, как сработал пылесос. Поэтому еще раз повторюсь, все реально. И если вы обратили внимание, что один новичок сделал заказ более 50 баллов, это просто мега круто. И я еще больше добавлю, этот новичок попал к Лиле Эйсман по ВИПу. Я на нее вышла, но она мне даже не ответила. Она сама забомбила заказ на 28 баллов, и, по-моему, еще 19 было не воплачено. Поэтому очень выгодно делать 100 баллов. Компания регистрирует вас, потенциальных покупателей. И очень и очень редко бывает, когда человек, который пришел по ВИПу, не делает заказ. Это только если, как часто девчонки говорили, ребенок какой-то понащелкивает, заполнит анкету. Или просто человек, который считает, у меня куча дисконтных, почему бы не иметь еще Faberlic. Все. А 90% это точно, которые делают заказ. И сейчас мы их будем поздравлять.
Это все сейчас на слайдах будут, кто вступил в условия акции на пылесос. Это те звездочки, которые, как мы смеемся, уже держатся за ручку пылесоса. Их 30 человек. И я специально посчитала, но просто не записала. Вот эти все наши звездочки, как видите, не у всех 100 баллов. Есть и 125, есть и 118, и 146. Я зачитывать уже не буду, я думаю, все читать у нас умеют. Как видите, лидирует у нас структура Гали Потапчук, Дубень Елена, 200 личных баллов. И Варчук Людмила, 170 личных баллов. И я посчитала, здесь почти 3400 баллов. Заметьте, все ВИПы сделали 3400 баллов. Это уже готовый директор. Поэтому еще раз повторюсь, все зависит от того, как мы преподносим информацию нашим покупателям. Если мы сами не покупаем продукцию компании, берем все на распродажах, на акциях, точно так будут и сидеть и люди. Я знаю очень многие структуры, которые попробовали, что, например, скидка 8 рублей хорошо срабатывает, и их люди так и сидят и ждут скидку 8 рублей. Вот представьте, в прошлом каталоге была скидка 8 рублей, в этом не было. Привет, привет, Инна. И в итоге я даю 100%, что очень многие структуры упали, потому что они специализируются только на халяве. А если преподносишь как нужно, сам пользуешься. И посмотрите, из 290 человек 30 человек сделали свыше 100 баллов. Это просто мега результат. Девчонки, те, которые на слайдах, еще раз повторюсь, честь и хвала вам, вы просто мега крутые, вы настоящие ценители и любители продукции компании. Так держать, напоминаю, что акция до третьего каталога 2020 года. Но я думаю, вы все знаете, что эта акция затрагивает и Новый год, и 23 февраля, и, по-моему, если я не ошибаюсь, будет каталог перед 8 марта. Поэтому все праздники просто нужно потрудиться. И небольшой лайфхак от меня, я такого еще не говорила, но многие, особенно владельцы офисов, должны знать, что компания Faberlic сотрудничает с корпоративными клиентами. Поэтому вы вполне можете говорить, я думаю, вы все где-то работаете, где не менее 10 человек. Вы можете предлагать свои услуги по оформлению корпоративных заказов на Новый год, на какие-то профессиональные праздники, это, допустим, День учителя, День медработника, День того же юриста, кто в милиции и так далее. Просто вы должны заинтересовать этих людей, поэтому вы сразу говорите, я тебе делаю все со своей скидкой, 26%, просто заказывайте у меня подарки. Все, вы оформляете заказ на себя, делаете им отдельным чеком, формируете им подарки и преподносите. И они перечисляют, сейчас же все делается через ЕРИП, перечисляют вам подарки на, деньги на личный счет консультанта. И вот у вас, допустим, даже вот сегодня День матери, кстати, девчонки, тоже забыла, голова вообще задуренная с большим праздником, с Днем матери. Вы все просто огромные умнички, потому что вы стараетесь для семьи, вы стараетесь для своих деток, чтобы у тебя было будущее, чтобы у них было будущее, поэтому я в вас верю и продолжаем в том же духе. Итак, подумайте обязательно про корпоративные заказы и посмотрите, нужно пользоваться этой акцией, не думать, а
своей выгоде, а думать в первую очередь о таких консультантах. Поэтому это все наши баллы. Ну а сейчас поздравим новых звезд, которые впервые открыли звание. Пунько Елена – это консультант с моей структуры, она уже очень давно у меня. Она участвует в акции на пылесос и сама лично купила больше, чем на 120 баллов. Хотя, когда я ее уведомляла, она говорила: «Ой, это как бы тяжело». Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Елена, поздравляю. Миске Лилия, структура Оли Синькевич. Она зарегистрирована у нас в Веточке, выполнила сама более 50 баллов и автоматически забрала скидку консультанта 6%. Лилия, поздравляем вас. Ананина Екатерина, это структура тоже Оли Синькевич. 6% старший консультант, она у нас новичок, только второй шаг, вот сегодня она делала заказ, забирала, и уже 6% вступила в акцию на пылесос, сделала лично более 122 баллов. Катя, ты большая молодец, так держать, продолжай в том же духе, и скоро, я думаю, не только пылесос будет у тебя в руках, но и мы будем поздравлять тебя на сцене. Шахницкая Алла, старший консультант 6%, тоже структура Оли Синькевич. Алла, продолжаем в том же духе, ты на правильном пути, все у тебя получится. Я и все мы в тебя верим. Я думаю, скоро мы встретимся все на форуме. Наша новая звездочка, которая проснулась, зажглась ярче, по-моему, уже в третий раз, Наташа Панасюк, молодец. Как говорят, лучше поздно, чем никогда. Поэтому мы в тебя верим. Молодец, что не только включилась в бизнес, но вот третий раз, но и едешь на форум. Это будет просто знаменательное событие. Мы тебя там ждем, точнее, мы все вместе туда поедем. Ну, а до форума есть возможность подтвердить свои звания, а лучше даже стать на ступенечку повыше. Консультант 6% Зоя Спивак, это структура тоже Оли Синькевич. Она у нас в Веточке и тоже сделала 50 баллов и забрала свою положенную скидку. Зоя, поздравляем. Ну и новое звание, которое, не знаю, как то, но я, может, даже больше ждала, чем она, точнее, верила. Это вице-директор, половина директора, по-другому говоря, Оля Синькевич. Мы тебя от всего сердца поздравляем. Как я не раз говорю, главное делать, никого не слушать, и все-все-все получится. А если нужно пендель и не один, обращайтесь. Меня их хватает не только себе, но и другим. Так что новая ступенька покорена. Мы ждем не только, чтобы оставаться на этой звание, но дальше, дальше и дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Почему? Потому что ты уже много умеешь и знаешь. А дальше применять нужно все на практике. А сейчас поговорим более подробно по каждой структуре. Итак, Галя выделила у нас своих звездочек, которые на процентах. Это ее партнеры, очень многие выросли из потребителей, поэтому это еще раз доказывает, что не нужно никогда ни на ком ставить крест. Ты не знаешь, когда у какого человека что где произойдет и когда он может включиться в бизнес. Поэтому наша задача приводить новых покупателей и ставить их в известность. А дальше уже им решать. Ну и, как видим, у Гали очень много новых званий.
которые девчонки сделали на пылесос. Это Белова Александра, она тоже у нас давно, но участвует на пылесос, 100 баллов и сразу автоматически 3%. Как видим, Ларисе Семенюк, можно даже сказать, немного не хватило, до 6%. Ну, а Ярмац Татьяна и Ольга Павленко, по-моему, они лично купили на 100 баллов. Ну и Галина подготовила им всем своим звездочкам дипломы, какие красочные, красивые. И что самое интересное, что, в принципе, наверное, 2 человека или 3, которых я лично знаю, и это очень классно, что мы все живем в разных городах, в разных селах, деревнях, но благодаря нынешним мессенджерам, которые у нас сегодня есть, можем все между собой общаться. Девчонки, еще раз всех поздравляем. Структура Оли Сенькевич, лидеры продаж от 50 и свыше 100. Ну, как видим, Ананина Екатерина, новичок на 121 балл, Панасюк Наталья у нас участвует в акции на пылесос, Инна Бринчук вступила в акцию на пылесос. Ну и девчонки, которых я называла, поздравляла, это 6%, они сделали свыше 50 баллов и забрали свою скидочку. Структура Светланы Побот, лидеры в ее структуре. Это Побот Людмила. Можно сказать, одного заказа не хватило, до 6%. Карпович Людмила, она вступила тоже в акции на пылесос, то есть 100 баллов ее, и дальше, наверное, 1 или 2 есть новичка у нее. Титова Анна, 146 баллов лично, то есть она тоже вступила на пылесос. И Бруйло Алена, буквально чуть-чуть, как мы видим, не хватило, до 6%. Девчонки, мои партнеры, обязательно контролируйте вот эти все ситуации, чтобы люди забирали положенные им вознаграждения. Они могут и не знать, могут и забыть, что конец каталога, могут и не проконтролировать. И плюс, очень часто, когда людей не контролируешь, не подсказываешь, очень часто люди обижаются и просто уходят с обидой на весь сетевой бизнес, на весь Фаберлик, можно даже так сказать. Поэтому, как говорится, с нас не убудет, если мы уведомим человека. А дальше уже их дело. Добирать, не добирать, мы уведомили и все. На нет и сюда нет. Ну и лидеры продаж. Девчонки молодцы, как видим, 3 человека, которые вступили в пылесос. И девчонки, которые, я так понимаю, на постоянной основе многие, берут все для себя и делают 50 баллов, чтобы иметь скидку 26%. В моей структуре все не вмещаются на один слайд. Это мои постоянные покупатели, это мои, можно сказать, старички, которые со мной уже очень много лет. Как видим, очень много из них сделала по 100 баллов, включились в акцию на пылесос. И, например, такие девчонки, как Бурак Галина, например. Затем, кого еще привести в пример? Кравчук Ольга, Кананчук Людмила, Наумчик Надежда. Я с ними лично не знакома, но я думаю, они всегда читают все в сообществе. И плюс, например, Бурак Галину я нашла, кстати, извиняюсь, если не так называю фамилию. Насколько я знаю, Галины сейчас фамилия вообще, по-моему, Кравчук. Я ее нашла случайно по розыгрышу, когда мы записывались еще в розыгрыш. Ее наставника давно удалили, она, получается, перешла ко мне, но лично я с ней не была знакома. И вот девочка вроде бы все время покупала, но
не знала очень многих нюансов. И когда она один раз не добрала до 50, я с ней списалась, объяснила разницу в 50 баллах, разницу, что такое потенциальный покупатель, консультант, почему выгодно делать 100 баллов и так далее. В итоге Галина начала делать стабильно 50 баллов. Затем в прошлом каталоге уже зарегистрировала девочку. Кстати, это Аврамкова Юлия, которая 52 балла сделала. Поэтому главное в таких ситуациях учить подталкивать людей, потому что это все для них ново. Они покупают и покупают. А мы уже знаем различные нюансы, знаем различные способы, и не нужно бояться с ними поделиться. Ни в коем случае не нужно думать, а у меня же они что-то где-то заберут. Такие мысли вообще у вас не должны быть. Только когда вы поймете, что когда я буду думать о своих людях, о их росте, о их выгоде, только тогда у меня будут деньги. Потому что если я буду думать в первую очередь о себе, люди это чувствуют, люди к тебе не тянутся, и никто никого не держит, и очень часто люди уходят, и уходят туда, куда лучше. И вы не поверите, очень часто люди уходят даже к тем людям, которых вы знаете. Поэтому здесь обижаться ни в коем случае на таких консультантов не нужно. Обижаться в таких случаях нужно только на себя, потому что, значит, я не устроила ее или как наставник, или не устраиваю как человек. В общем, в таких ситуациях нужно в первую очередь копаться в себе. Ну и, как обычно, по традиции, я не могла не назвать тех, кто немного не добрал до 50 баллов. Еще раз напомню, что 50 баллов – это стабильная скидка 26% в следующем каталоге. Конечно, если у вас там сейчас 12 баллов, 18, 20, 30 баллов добирать, знаете, я поверю, что и невыгодно, и, в принципе, и не нужно. Никто не заставляет. Но когда вот, например, 48.92, ой, кстати, не исправила лайтер Оля. Я вчера с ней списывалась. Она лично за где-то за полчаса до конца каталога добирала на 1 балл. Оля, извиняюсь, вы в этот список не входите. Ну вот, например, круг Елена 46.88. Еще что могу сказать, очень многих людей, с которыми работаю, вот вчера тоже столкнулась, и, как говорится, не вчера, а очень часто сталкиваюсь, они это все делают, но они это все оставляют на последний день. И когда ты их начинаешь уведомлять, у них первый сразу вопрос, а как оплатить, я не могу сейчас оплатить. Так, давайте подумаем, вам нужна скидка, допустим, 26%, или вам нужна скидка за вашу структуру? Или она вам не нужна. Это все нужно просчитывать заранее. В городах, насколько я знаю, в воскресенье до обеда стабильно работает почта. Или же я себя только когда приучила, что 100 баллов у меня должно быть оплачено, допустим, в субботу уже стабильно, или же вот когда, особенно когда тяжело было подтверждать звание старшего, например, только когда у меня было стабильно 5000, я успокаивалась и могла заняться какими-то своими делами. А пока нету 5000 или там 3, допустим, тысяч, ну, даже можно сказать, попить воды некогда сходить, потому что это ваши партнеры, это ваша структура, и только от того, как вы поработаете с ней, зависит ваш доход. И не добрали до скидки, именно скидки, чтобы получить вознаграждение за личную группу. Как видите, в скобочках те проценты, которые бы они уже получили. Очень многие девчонки на 9%. Это 600 баллов. Вы сами знаете, что это уже не маленькие деньги. Поэтому обязательно уведомляйте таких людей заранее, особенно если они в бизнесе. Всякое может быть. Даже человек где-то уехал, вот ни с того ни с сего позвали, там, допустим, на свадьбу, на день рождения,
Он гуляет, он и забыл, что сегодня воскресенье, последний день каталога. Поэтому обязательно контролируйте такие нюансики. Ну и определен победитель, кто получит наборчик по уходу за лицом. Номер регистрационный Павловского Вадима, но я знаю, что работает Павловская Оксана из города Белозерска. Это моя структура. Оксана со мной очень и очень давно, может, лет уже 6, с самого начала, когда я работала в Белозерске. Оксана, я очень рада. Вам подарок уже передали, в среду вы его получите. Еще раз поздравляю. Ну и опять же, я, девчонки, напоминаю, что розыгрыш про 15 баллов продолжается. Какой будет подарок, это пока сюрприз, у нас только что начался каталог. Но подарок будет классный, мы его поменяем, это 100%. И, конечно, уведомим, что будет за подарок. Ваша задача не забывать, что если заказ у вас на 14 баллов или 14,85, обязательно дозаказывайте, чтобы иметь вот такой вот подарочек. Напоминаю, что все... что в бизнесе все бизнес-партнеры могут участвовать в этой мега-крутой акции, которая состоит из трех составляющих. Первая, которая здесь третья, но я бы ее назвала первой. Почему? Потому что только благодаря этой акции, если вы заметили, прирост в структуре стал 1375 баллов. Поэтому только те, кто будут участвовать стабильно на пылесос, вот представьте, 30 человек вышло на пылесос, это значит стабильно 3000 баллов в группе уже должно быть. Но вступить в пылесос могут и другие, об этом поговорим чуть позже. Дальше, если вы до третьего каталога два раза подтверждаете, открываете и подтверждаете звание директора, вы получаете шикарнейший бонус 2700 белорусских рублей за только то, что вы открыли звание директора. Это 1300 долларов. А если вы закрываете звание директора до августа, то есть до форума за каталог один, то есть когда они перед форумом снимают отчеты. Вы еще и получаете поездку в Турцию, все включено за счет компании. Еще раз повторюсь, это все можно получить бесплатно, поработав всего лишь полгода. Поэтому мы сейчас работаем на результат. И про подарок. Сегодня у нас поступила информация уже 100% от дочернего предприятия, поэтому всем-всем-всем рекомендую прям настоятельно опять трубить про вот эту акцию, что у нас уже 30 партнеров вступило, но компания пошла на уступки, потому что очень много было просьб. И разрешила вступить еще раз в пылесос. Пылесос, в акцию на пылесос. Значит, кто будет вступать в 15-м каталоге, ему нужно выполнить личный объем 200 баллов. Это получается и за 14-й каталог, и за 15-й каталог. Я понимаю, что некоторые из вас могут сказать, это нереально. Но если вы наблюдали поздравления в мотивационном чате, вы видели, что некоторые у нас простые консультанты делают по 398, по 245 и по 200 баллов. У нас тоже есть Дубин Елена. Значит, это реально. Все зависит от того, как преподнести и как захотеть. Поэтому, чтобы вступить в 15-м каталоге, это могут сделать даже новички. Им нужно сделать не менее 200 баллов в 15-м каталоге. Ну и, конечно, оплатить.
А дальше уже 16 и по 3, как обычно, по 100 баллов. Кто захочет вступить в 16 каталоге, такое тоже можно. Но заметьте, там уже нужно сделать 300 личных баллов. И опять же до 3 продержаться по 100 баллов. Поэтому все зависит, девчонки, от нас. Но еще раз повторяю, нужно в отчетах просмотреть, кто у вас сделал 100 баллов, кто у вас сделал 80 баллов и так далее. И уведомить их лично, что, мол, для тебя у меня крутая возможность. Ты еще в этом каталоге можешь вступить в акцию на пылесос, но только при условии, если сделаешь 200 личных баллов. По поводу, девчонки, баллов я сегодня тоже бросала отчет. Ко мне на офис пришел заказ девочки, новичок, и я лично его просмотрела. 205 рублей 100 баллов. Заметьте, все как и в компании везде. Балл стоит 2 рубля. Пожалуйста, 200 рублей, ты 100 баллов. Но у нее в заказе, перечисляю, 5 кюэнзимов, 5 омеги, 3 средства для посуды по 6,29, 3 средства, карандаш-пятноводитель по 4,59, средства для чайников, 3 зубных пасты по акции и еще что-то. Вот и все. Поэтому все зависит того, как вы будете преподносить. Потому что, еще раз напоминаю, ты можешь взять товар на акции, но заплатить за балл 4 балла, за 4 рубля. А можешь взять товар без акции и заплатить 2 рубля. Поэтому решайте сами. И напоминаю, что 26 октября, уже скоро, через 12 дней, меньше, чем через 2 недели, у нас в Беларуси пройдет грандиозное событие «Фаберлик в Беларуси». Вы не представляете, как мы расстроились, когда, может, где-то в июне компания, дочерное предприятие сказала, что форума в Беларуси не будет, потому что в Москву не ассамблея для директоров, а форум для всех консультантов, едьте в Москву и так далее. Вы не представляете, как расстроились мы. Потому что мы сами понимаем, что не каждый консультант может поехать в Москву, а в Минск главное, чтобы было желание. Поэтому мне очень нравится наша администрация в дочернем предприятии. Они всегда нас слышат, они всегда учитывают наши мнения и сказали форуму быть. Поэтому это все пройдет в Дворце культуры и спорта, конечно, в Минске, по улице Чкалова, 7, где будут новости из Москвы, конечно, в первую очередь. Будет презентация новых всех линеек, будет новая коллекция с моделями, с все, что можно будет посмотреть, ну, пощупать не обещаю. Осень-зима, вот, кстати, в Москве я и присмотрела себе фиолетовый жакетик. И так как я уже VIP-консультант с огромным стажем, вот как только появится 70%, я его обязательно себе закажу. Просто мега крутой. Как вы знаете, я сейчас подсела на костюмы. И о инновациях в косметологии нам расскажет Рима Корнеева. То есть вы все сможете на форуму воочию лицезреть нашу невероятную Риму Корнееву, которая основоположник кислородной косметики в компании «Фаберлик». Мы не забываем, что компании «Фаберлик» уже очень много лет. И вот все эти года все разрабатывает наша Рима Корнеева. Но напоминаю, что 25-го, то есть в пятницу, она встретится лично с группой небольшой, 50 человек, и расскажет,
о всех секретах, о всех инновациях. И я не удивлюсь, если будет не только личный подбор, но и я думаю, что будет вопрос-ответ, то есть кто-то подойдет с какими-то своими проблемами, по, допустим, с кожей, что не может избавиться от каких-то там прыщей или, допустим, и тех же пор и так далее. Разные бывают заболевания кожи. И представьте, когда тебе сам основатель кислородной косметики подберет уход. И, девчонки, когда будете на форуме, обязательно посмотрите, как она шикарно выглядит. Без различных хирургических вмешательств, без ничего. Конечно, о женском возрасте не говорят, но я вам открою секрет, ей более 60 лет. Посмотрите, как она выглядит. Плюс она очень сильно похудела. Кроме того, что ухаживает за своим лицом, занялась еще собой. И по сравнению с тем, какая она была, когда я ее первый раз увидела, например, там лет 7-8 назад, сейчас она просто неимоверная, крутая и очень красивая женщина. Я на 25-е еду, билет куплен, не знаю, есть продажи они или еще нет. Те, кто у нас живет в Минске, просто грех не пойти. Билет, по-моему, только 20 рублей был. И то, как вы понимаете, их никто не будет забирать. Эти деньги просто платятся за аренду помещения. Так что, не знаю, буду или на диктофон все снимать, или на видео. В общем, буду смотреть, но просто думаю, если я буду все снимать на видео, мне, как обычно, не хватит телефона на форум. Ну, будем решать проблемы по мере их поступления. Ну и, конечно, на форуме будут истории успеха, которые мотивируют, которые дают вот этот волшебный пендель, показывает, что не все мы здесь появились от, можно сказать, от радости. Все приходят в Фаберлик, особенно в бизнес, когда что-то нужно, когда понимают, что только здесь можно заработать деньги. И это все будут рассказывать, не тая, наши лидеры. Ну и, конечно, лучшие из лучших будут награждены. Ну и наши рубиновые директора, конечно, организуют фотосессию. Нас уже почти 50 человек, но я думаю, может быть, будет и больше. И Оксана сказала, куплены первые ряды. Если вы заметили, в Москве у нас есть баннер, у нас есть флаг наш фирменный, поэтому мы будем мега крутые, и нас будет видно везде. Так, что-то мне не хочет переключать слайд. Не забываем, что в прошлом каталоге я объявила на 14, 15 и 16 каталоги батл на рекрутинг лично от меня. Значит, условия: не менее 50 личных баллов, зарегистрировать не менее 15 человек с заказа за этих 3 каталога. Ну и, конечно, заказы должны быть оплачены в действии вот этих каталогов. То есть в 17-м уже не пойдет. И обязательно заполнить таблицу, которая в закрепе в нашем чате бизнес, но что-то я смотрела, что заполняла ее только пока Галя. И первый приз, то есть тот, кто выполнит вот эти все условия, получит 50 рублей на личный счет консультанта. Если таких будет 2, 3, 4, мне без разницы. Каждый получит 50 рублей, то есть не будет никакого ни розыгрыша, ни дополнительного условия, ничего не будет. Вы молодцы, вы выиграли в батле, поэтому получите свой приз, как говорится. Второе место, тот, у кого будет 50 баллов, но, например, там будет 12, 13, 10 человек, ну, если больше, конечно, не будет, он получит 35 рублей на свой личный счет. Конечно, все призы будут выдаваться в 17-м каталоге, будет подводиться итоги, как всегда, на подведении итогов в 16-м каталоге. Ну и третье место – это тот, кто будет чуть ниже, чем второе, получит 20 рублей на счет консультанта.
Так что участвуйте, не забывайте заполнять, девчонки, табличку, потому что, как мы знаем, мы работаем веточками и регистрируем друг под друга, поэтому я не могу знать, кто кого зарегистрировал. Поэтому, пожалуйста, внимательно отнеситесь к данной акции.